Слушай, если Карас мог знать, что Гаррет мог забраться к нему в Angel Watch, может ли он знать, что Гаррет также может это как бы избежать? И если, допустим, он все-таки сбежал, Гаррет имеется в виду, Карас может предугадать его следующие шаги, скажем так. То есть, может ли он сейчас нас здесь споймать? Грозовая декларация. Цетус Амикус. Главный трюм материала для участка КТ. Так. Оружие, снадобье, ржавый газ. Если перевезен из главного хранилища, я понял. Разведшары. Различные оборудования. Ладно, я вас понял. Нужен ключ. Ключ у меня только от морозильника. Навигация на глобус. Мне кажется, что я сейчас буду гонять эту штуку. Ого. Не ожидал. А ну тут и пусто, понятно. Короче, я не буду это дело пока что трогать, пока я... ключ не найду. С новым назначением, друг. В прошлом я служил молоту, но мое сердце не смогло переносить тех несчастий, которые выпали на долю этого ордена, и я покинул его. Приятно видеть, что поклонение молоту сейчас не в чести. Да, многие поступили так же. Несложно заметить, что за нами будущее. Ты служил раньше в Ордене Молота? Нет. Хамериты были всегда слишком суровыми и благочестивыми для меня. И они отвернулись от нашего лорда Караса, когда он заговорил о прогрессе. Я пришел на службу к нему, когда услышал о его достижениях с того момента, как он их покинул. Когда я был хамеритом... ко мне относились с осуждением простые люди. Теперь я механист, и меня все уважают. Кому что? Здесь все, железное. Это просто... просто отвратительно. Куча всяких рычажков, кнопочек, которые, черт пойми, что делают. Это явно место, откуда можно управлять этой лодкой, но... камень? Нужно просто дождаться. Так. Не торопимся. Это может плохо закончиться. Лучше подождать его здесь. Кто и врезать. Отлично. Я понял. Отличное место на самом деле для того, чтобы спрятаться, я считаю. Слушай, мне не нравится, что мы не нашли ключ от нижних этих самых.
Вот оно, журнал капитана Цетус Амикус. Запись первого сегодня был воистину славный день, ибо Карас лично принимал его. А лучшее из судов, Цетус Амикус. За все годы, что я прослужил капитаном на морских судах, я никогда еще не плавал на таком изящном и сильном корабле. Воистину, Цетус делает бесполезным эти болтающиеся по волнам лоханки. Скользит под обломками кораблекрушения. Оставаться в безопасности в утробе этой стальной акулы, пока она врезает морские глубины, никогда в мире не будет судна, сравнимого с этим. Запись 26. Треклятый Фретус. Он позорно провалил свои обязанности ответственного за груз и будет незамедлительно наказан. Потерять единственный ключ от пятого отсека. Говорит, что отдал его Сенвиту, когда был на подводном посту. Но с тех пор ключ никто не видел. Боюсь, он мог проскользнуть сквозь решетку пулов в трюмную воду. Пока кто-нибудь не найдет ключ, пятый отсек останется заперт. Короче говоря, я понял, ключ где-то под водой. Запись 30. Снова рыбы. Эх, если бы баранину можно было сохранить время плавания. Сегодня опять взяли курс на участок Кади. Или КД. Везем обратно Ковадора. Продолжать раскопки. Он не вдается в детали, но очевидно он обнаружил какие-то новые артефакты, которым Карас несказанно рад. Возможно, это последнее наше путешествие на довольно долгий срок, поскольку Ковадору приказал оставаться на участке неопределенное время. Команда приготовилась к еще одному плаванию на площадку КД. На этот раз выгрузить особый груз для Ковадора. Он готов к раскопкам. Новый сезон... Он готов к раскопкам новой зоны и по стандартной процедуре механистов должен зачистить зону ржавильным газом, чтобы предотвратить разрастание любой флоры. Однако, должен признаться, я устал от этих унылых грузовых рейсов. Чувствую, пришло время переоборудовать Цетус в боевой корабль и отправиться за пределы привычных маршрутов. Я сообщу об этом предложении своему начальству по возвращению с участка КД. Так. Сначала всех все устраивало, теперь из этого нужно сделать оружие. Ну, естественно. И здесь ничего нету. Ладно, хорошо. Я разочарован. Кто ключ носит? А, слушай, мы же можем вылезти прямо здесь, по идее. Да, смотри, если мы используем стрелу лозу, то мы можем здесь вылезти. Она же у нас цепляется как раз за... Да. Только я не знаю, честно говоря, для чего, потому что, в принципе, мы могли бы, наверное, и обойти. Да ты посмотри. Хватит шуршать! Предстань перед моими глазами, нечестивец! Да, та причина, по которой я хотел бы просто подняться. Так. Тебе не укрыться в тени, да. Трус. Я так и думал, на самом деле. Короче, с ним хрен что сделаешь. Да ну ты пропусти меня хотя бы. Лети точно в цель. С ним ничего не сделать. Можно только... Только обходить его. Я слышу удары. Твои сами тени вступили в сговор против меня. Куда скрылся вор? Никуда я не скрывался. Это были крысы. Ха-ха-ха.
Слушайте, может быть, все-таки с ними что-то можно сделать? Моя стрела сразит. Господи. Так, я так понимаю, что ключ где-то здесь валяется, да? Я не совсем понимаю, пока где этот ключ находится. Вроде бы писали, что они его уронили. На самом деле я не открыл ни одного этого самого. И это плохо. Они вроде бы не взламываются, и ключа у меня тоже нету. Ключа я при этом не нашел. Тихо. Я не знаю, как с ним справляться. У меня нет ничего против него. Совершенно. Я думал, что это какой-то ключик все-таки. Ладно, черт с ним. Я предлагаю пойти в эту сторону. Может быть, я тут по дороге что-то найду все-таки. Самикус. Но получается, что мы Цетус должны были найти, видимо, не знаю, первым делом. А потом идти дальше. Так, управление термолюками. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы самого Ковадора не нашли. Нам нужен кто-то, кто отвечает за за погрузку. Тот, кто отвечает за погрузку, его просто нету возле Цетуса. Вполне вероятно, что они просто, ну, они здесь все рядом, конечно же, и скорее всего... Тихо. Надо срочно выплывать. Они здесь все где-то рядом. Они здесь живут, спят, работают, то есть все сразу. Так что, скорее всего, да, они где-то здесь все сшиваются. Слушай, может быть... А ну давай попробуем, а вдруг? Не здесь. Давай. О, матерь божья. Лучис, который сожжет непроходимые джунгли, окружающий дом Хароса. Таким образом, чтобы асов полоса, а без не возникла бы перегородка. Во имя Хароса, есть здесь кто-нибудь?
и ничего не выйдет. Я вспомнил, как я избавлялся от этих шлемах, точно. Знаете, как я от них избавлялся раньше? Я избавлялся, кидая в них жабу, точно. Чтобы нормально все обойти, я их убивал с помощью жабы. Я просек тот момент, что... Преданность — это горючее, которое сожжет. Я просек, что я не проваливаю задание, когда убиваю жабой. И, в общем-то, так и продолжал действовать. Я вспомнил этот момент, да. Она просто убивала их, по-моему, с одного взрыва. Устав славного корабля «Прихоть Катерины», установленный капитаном темным Вильямом Мархамом. Каждый человек должен подчиняться гражданскому уставу. Капитан имеет право на 1,5 доли всей добычи. Шкипер, плотник и боссман имеют право на 1 долю с четвертью. Если кто-либо предложит сбежать или утаит какой секрет от команды, надлежит высадить его на необитаемом острове с 1 бутылкой рома, 1 бутылкой воды и 1 саблей. Если кто-либо украдет... что у команды или сжульничает в картах при игре на деньги, надлежит его высадить на острове или застрелить. Если когда-либо встретим мы другого высаженного на остров изгнанника, сирич пирата, тот человек, что примет его законы без согласия команды нашей, должен будет принять такое наказание, какое сочтут уместным капитан и команда. Человек, который ударит другого во время действия этого устава, будет наказан по закону Ладмана. То есть получит 40 плетей по голой спине. Господи. Человек, ломающий оружие свое или несущий зажженную свечу без фонаря, должен понести то же наказание, что и в предыдущей статье. Человек, который не будет содержать клинок в чистоте, готовым к бою, или будет пренебрегать делом своим, будет лишен своей доли и понесет наказание, какое капитан и команда сочтут подходящим. Если человек в бою теряет кисть или ступню, получает он 400 монет с золотом. Если руку или ногу, 800. Если когда-либо встретите вы честную женщину, тот, кто попытается владеть ею без ее согласия, должен быть подвергнут немедленной смерти. Слушай, ну на самом деле кодекс хороший. Иди в баню. Я бы вот туда сплавал. Подожди. Подводный пост, основная база пиратов. Давай-ка мы все-таки зачистим это дело полностью перед тем, как идти дальше. Людей за собой, и начнет он. Во имя Хароса, есть здесь кто-нибудь? Господи, откуда ты взялся? Это ты, друг? Да. Это были крысы. Создатель, лишь если перенесешь. Что за тень у меня на пути? Я найду тебя по запаху, вонючий сорняк твоего наполненного страхом сердца. Я находил врагов, спрятавшихся гораздо лучше тебя. Да? Ну удиви меня. Идеально. Я считаю, идеально. Одним махом. Всех. Ага, почти всех. Во имя... Господи, какой я наглый сегодня. Реально, я могу об этом сильно пожалеть.
Где здесь еще камера, я слышу. Моя наглость меня до добра сейчас не доведет, честное слово. Ага. Подожди, перед тем, как мы туда пойдем, я хочу походить еще здесь. Потому что там снизу явно что-то, что мне нужно. Старые казармы. Затоплено. А, то есть я мог там проплыть, наверное, да? О, господи. Так, я понял. Нужно готовить срочно вот это дело. Во-первых, нужно подлечиться, чтобы я мог, по крайней мере, выжить, если меня будет... Если я буду тонуть. Так, новое описание Господа Строителя. Вот оно, вот. Карас увидел, что человек, животное, растение, любое дурнорожденное порождение природы, будучи поглощенным газообразным некротиком, мутаксом, превращается в ржавчину. Карас наблюдал это много раз, снова и снова, ибо чувствовал он в этом присутствие истины. Был ли газ выпущен из контейнера или через губы масок слуг? Карас наблюдал его действия из тучки, настолько близок к зоне поражения, насколько он мог это делать, оставаясь в безопасности. Когда ржавчина оседала, Карас рьяно и тщательно изучал останки в поисках смысла. Ага. Это та самая маска, которая была надета на том слуге, когда мы послушивали их разговор. Точнее, тот самый газ. Угу. Я понял, хорошо. Кстати говоря, да, Карас же получается, что он сделал. Он внедрил, просто внедрил ко всей знати этих своих слуг. Для чего? Где-то я такое уже встречал. Имеется в виду вот такое вот внедрение, где... Тоже какой-то ученый свое изобретение показывал во всей своей красе, а потом просто для того, чтобы его купили. Таким образом он его внедрил в общество. И, соответственно, потом начал постепенно захватывать мир. Или типа того. Так, это все, конечно, очень хорошо, но я бы ключ хотел бы найти от пятого. Этого самого. И от первых четырех я бы тоже не отказался. Внимание, подводные команды. Владыка Карас узнал, что предыдущие обитатели этих пещер оставили великое множество богатств после своего отбытия. Местная легенда гласит, что главарь пиратов, капитан Мархам, припрятал где-то в море близ берега сундук с сокровищами. Также в легенде говорится, что клад сей хранится в строении, подобном плывущему кораблю. Всем членам подводной команды считать, что получили они задание на поиск всего золота, благо ордена механистов. Господи, какие вы все падки на деньги. Аж противно. И вот пришел бык, и Карас победил его, и вырос клен. И Карас обрушил на него град ударов и порубил его в щепки. И тогда прибежали два ягненка, и их он поверг одного за другим. Кто порхает, как стрекоза? Идеально. О, господи. Куда оно все ведет? Управление камер. Отлично! Здесь мы их к чертовой матери и отключим.
Слушай, надо было сразу туда спускаться. Я так понимаю, что сокровища, скорее всего, будут находиться в том самом месте, которое я не хотел разгребать сейчас. А вот этот люк, я же его открыл вроде бы. Мы там уже были, там как раз, да, там было управление этими дверями. Да, это оно. Слава Карсу! Все. Угу. Здесь был Гаррет. Смотри, сразу уменьшилось. В случае опасности разбить стекло. Отлично. Самое время. Друг Эрлен, Сим поручается тебе забрать имущество отца Караса из затопленных жилых помещений в районе подводного поста номер 1. Первостепенную важность имеет текущая его работа. Новое описание Господа Строителя. Верни его без промедления, и благодать Строителя, несомненно, снизойдет на тебя. Хелеси, Господи, да что ж вы такие? Вот эта вот вся... Я даже не знаю, как сказать. А, ну-ка. Капитан, сегодня мы наткнулись на этого сраного хранителя маяка. Мы хотели потолковать с ним, а он нажрался и как... Не, подожди. А он нажрался вина, как свинья. Трепался про свою чудесную мисс, которая собирается вернуть в бухту. Вернуться когда? Она приплывает, и я передам ее тебе. Еще мы знаем о куче добра, которое он прячет. Мы будем держать тебя в курсе. Еще ты должен знать, что команда хочет назвать бухту в честь тебя. Воистину, это счастливый день для морского братства. О боже. Это потрясающе. Почти пиратов. Слушай, мы сейчас, получается, сделаем круг, и все, что нам останется... Да, смотри, я отключил, походу, вообще все камеры. Мы сейчас сделаем круг, и все, что нам останется сделать, это... Что это за тихие шорохи? Осмотреть оставшиеся места. О, отлично, слушай. Просто великолепно. Вот оно. Теперь остается только найти пятый ключ, который находится где-то под водой. Только я, честно говоря, не понял, где именно. Здесь был Гаррет. Ага. Тихо. Так, у меня есть одна идея. Слушай, есть у меня мнение, что нам туда нужно, поэтому давай-ка перед тем, как туда пойдем, и все-таки давай сходим вот туда, разгребем то место, потому что я почти что уверен, что именно там лежат те сокровища, которые нам нужны. Подожди, нет, не канает, там ходит товарищ, которого я не убрал. Слушай, может здесь? Надо еще раз вернуться к книге и прочитать, где конкретно они говорили, ключ упал. Потому что я как-то это мимо себя пропустил. Прочитал, но не впитал информацию. Здесь есть еще вот такой проход, который меня очень сильно интересует. Он очень какой-то... Длинный, что ли?
Ага, я вас понял. То есть это было сделано для того, чтобы я мог просто элементарно обойти эту самую камеру. Но учитывая, что я их все вырубил, вообще все. Отлично, слушай, 6 бомб вспышек, это просто отлично. Я думаю, что в этом случае не будет страшен даже тот товарищ в шлеме. Уолрик, воистину, план отца Карлоса оказался еще более блистательным, чем я себе представлял. Отец нарек его проект Цетус по названию корабля Цетус Амикус, однако сам проект по сути является грандиозным сцеплением нескольких операций, подобно двум шестерням, соединенным своими зубцами. На участке КД Ковдор обнаружил древнюю мощь, что орден наш использует на благо человечества. Предназначение нашего судна — транспортировать эти находки обратно на остров Маркхама. Даже восстановление маяка Карас руководил лично. Когда Цетус Амикус вернется из плавания на участок КД, маяк должен будет подать сигнал Карасу в Angel Watch. Все это настолько подобно работе машин, настолько совершенно. Друг Лорус. Господи, я извиняюсь за свой корявый чтение сегодня. Вот оно, вот этот пятый ключ. Отлично. Вот про какое место они говорили. Ну-ка так, найти давно забытые пиратские сокровища, украсть образец ржавчинного газа. И не убивать механистов и выбраться отсюда. Хорошо. Подожди, а что насчет... Мне Ковдор уже не нужен. Хорошо, давай попробуем разгрести тот завал. Мне кажется, что именно там находится то, что нам так сильно нужно. Так, подожди, нет. Но, судя по тому, что я вижу, они здесь находятся уже довольно давно. Имеется в виду, они за это время успели построить корабль, обосноваться, все обить металлом, короче говоря, да. Потому что, когда мы сюда пришли, мне показалось, что они здесь недавно. Ну-ка. Вот оно. Йо-хо-хо и бутылка рома. Да, черт возьми. Но давайте-ка не будем расслабляться, потому что вы только посмотрите на это. Там лежит мертвый механист. Это может означать, что там либо ловушки, которые вот висят на потолке, а либо там призраки. Господи. Тебя это убило? Ну ты же в шлеме. О, господи, какая жуть. С ножом в спине. Наш стиль. Этот нож может что-то стоить? Он золотой вроде как. Если читаешь ты эту записку, то верно пришел сюда за добычей славного корабля прихоть Катерины. Так же, как этот дурак до тебя. Лучше поворачивай обратно немедля и держись подальше от трюма судна моего, покуда и тебя не постигла та же участь, капитан Маркхам. Звучит так, словно если я заберу эти сокровища, я буду проклят. Но, учитывая, что мы не пираты Карибского моря, я думаю, что мы не получим того же самого проклятия. Мы в них не верим. Мы просто заберем то, зачем мы сюда пришли. Да. Да. Стоп. Проклятие все-таки... Проклятие все-таки на нас пало. Но мы сделаем все вот таким образом. О, господи.
Ладно, давай посражаемся честно. Только дай выбраться. Тихо, тихо, тихо. О! Я говорил честно, да? Так вот, я малость пошутил. Уж извини. В общем, представляю вам капитана корабля «Прихоть Екатерины». Я думаю, что это все-таки его успокоит. Вы только посмотрите, насколько сильно он был привязан к своим странным блестяшкам. Это ужасно, как по мне. Просто ужасно. Иметь такую привязанность к деньгам, я не знаю, я не понимаю этого. Я просто деньги ненавижу. Я их просто ненавижу. Без них и не прожить в нынешнем мире. Ну и любить их не за что. Хотя я прекрасно понимаю, что проблема скорее не в деньгах, а в людях. Слушай, это оттуда просто дым идет, да? Это не газовые стрелы. Так, подожди, нет, не туда. Так, ну хорошо, по сути, что нам нужно сделать? Мы должны сейчас отправиться на сам корабль, открыть его. Слушай, быстрее будет, если я пройду понизу. Мы откроем корабль. О, вот тут я не был, кстати говоря. Ого. Буровая машина. Даже так. Автомат они случаем еще не изобрели? Судя по тому, что я вижу, вполне могли. Короче, сейчас отправимся тем же путем, которым пришли сюда. Так будет быстрее, я думаю. Отправимся сразу на сам корабль. Подожди. А, это как раз на корабле лежит то, что нам нужно. Хорошо, давай сделаем не так. Давай тогда сначала пойдем в последнюю локацию. А потом на обратном пути схватим... Схватим этот ржавильный газ и отправимся на выход. Самое главное, чтобы получилось ослепить вот того товарища в шлеме. Если получится его ослепить с помощью вспышек, то тогда считай дело в шляпе. Чтобы просто, по крайней мере, его обогнуть. Если здесь кто-то есть, покажись! Давай поставим по-другому. Шум прекратился. Слава создателю. Я не хочу тратить на него вспышку просто. Я слышу удары твоего наполненного страхом сердца. Не выдумывай. А, оно здесь. Контейнер оказался здесь. Тю. А что ж тогда такого в этом самом может быть? Там просто груз. Просто элементарно груз на корабле. Но почему он настолько важен, что я шпёрся за ним черти куда? Имеется в виду за ключами. Понял, здесь больше ни черта нет. Хорошо, в таком случае все, что нам остается сделать, это сходить на корабль, забрать груз и выбраться. Есть у меня такое мнение, что там, блин, там ничего, кроме бомб, вспышек, стрел и тому подобного, не будет, скорее всего. Да. Я тебя понял, хорошо, давай сделаем по-другому. Раз ты тут палишь, стоишь. Так, ну давай. Начнем с пятого.
что? Плотно упаковано. Надеюсь, плыть недалеко. А, вот в чем был прикол. Я вас понял. Это было не очень хорошо, потому что, блин, надо было сначала открывать те четыре. Там вполне вероятно, что было бы что-то, что нам нужно было. Я думал, что нам нужно выбраться отсюда, на самом деле. А нам надо было отсюда уже уплыть. Да, вот когда вы сделаешь все, спрячься на Цесус Амикус, угрозовой отсек 5. Зараза. В итоге, скорее всего, в тех отсеках могло что-то находиться, например, 200 монеток. Но, тем не менее, мы нашли все секреты. Несмотря на все, и потратили на это не так много времени. Ладно. Я думаю, что на этом мы закончим. И продолжим уже в следующей серии. Все. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем пока. Удачи!